Всем привет, с вами Ведьмега и... Даня, всем привет. Сегодня у нас пятая часть спецоперации Call of Duty MW3, но это уже не спецоперации, а выживание, ну... И я наконец-то починил микрофон. Нет, ты починил программу, а не микрофон. У тебя микрофон и так был нормально. Программу починил. Да, он просто перестановил, поэтому... Ну, если будете слушать, тогда я не знаю, что делать. Так, будем выживать на Resistance, потому что мы на безумии еще не готовы. Так что, погнали на легкой сложности. Ах, давно мы не играли. Да, мы давно уже не играли. Последний раз, когда мы играли, это в январе. Ага. С январем. Ладно, шутка. А у меня еще грузит. Так, жду тебя. А, все, все, ты уже заспанился. Все. Да, ой, блин. Я забыл, что граната. Дебил ты, блин. А чё у меня на F не работает наш? Блин! А у тебя на русском, да? Или до сих пор на английском? Всё, всё, на E. Не, у меня на английском. А, я понял, да. Совсем забыл, что у тебя на английском. Будем учить английский. Да, у меня на... А если у меня на русском? Ты учишь русский, я учу английский. Я буду с элитом разговаривать, ты не... Ты чё тут элит? Дай мне кого-то. Убил. Пикап, пикап. Вася, пикап. Всё, я пикап. Я беру пикап и свалил отсюда. Как надо пикапить девочек? Вот так надо пикапить девочек. Всё. Ладно, первая. У меня с броней, кстати, все еще фигово. Мы очистили волну. Теперь это волна только первая, тут до бесконечности. Сотая волна. Блин, я уже забыл. Так, что ты? А я буду гореть. Слушай, а мне нравится гореть. Будешь со мной? Всё. Можешь подойти ко мне? Силы противника на подходе. Где ты? Да вот здесь вот, рядом. И вот я буду гореть. Давай, гори. Да ладно, все, я... офигел что ли? Ты мою броню! Это в курсе, что у меня оживление пропадет? Все, хватит! Это... И вот это уже не смешно, кстати, это уже не смешно. Это мем старый, любимый мой. Вот это уже не смешно, кстати, потому что ты просрал мое оживление. Вот и будешь мне его сам покупать. Отпасать тебя не буду. А вот спасать тебя я не буду. Не буду тебя спасать, пошел нафиг. Ты мне просрал оживление с броней. Ты без меня еще меньше жить будешь. Да ладно, ладно. Только ты мне купишь броню. Все. Теперь ты мне еще оживление должен. Нифига, я тебя покупать не буду. Что? Жми F5. Если хочешь следующий матч, точнее, волну. Почему здесь подкат не сделали? Куба здесь подкат. Почему подката нету? Black Ops есть. У тебя есть Black Ops? Нет. Какие у тебя Call of Duty есть? Только MW3. И все? Ну да. Если хотите, чтобы я снимал Black Ops прохождение, то пишите мне. Просто в комментах. Нельзя валяться! Ты что, собака! Сумасшедшая собака! Собака-гадюка! Я вчера гадюка, кстати, видел в парке. Не, серьезно, жирная она стоит большая. А сейчас же как бы самоизоляция дома надо сидеть. Я имею в виду о настоящей змее. Гадюка. Чуть не укусил. Хотя пофиг. Я Танос. Танос не имба. Я знаю.
Нет, я кто? Я самый, короче, имбовый человек. В скобочках нет. Я проводник. Офигели, что ли, блин? Мне сразу трое напали. Они офигели. Все, я пошел по себе. А на какую кнопку кидать осколочный гранат? На Г английскую. На П русскую, короче. Если у тебя украинский язык, то не спрашивай меня. Я не знаю. Клеймор, это что такое? Жми в 5. Что? Она купил клеймор. А, блин, а там ракетные установки. Гри... Да. Блин, а ты же. Что там? Я, кстати, в Живой вдвоем еще ни разу не играл. Не? Да офигел, что ли, ты меня сейчас убьешь! Ты побежал. Твою ж... Дебил, ты, блин, а понял, кто ты? Они убийцы! Нет! Мне показывают, у меня 0 патронов. А у меня есть еще 4 патрона. Убийцы, убийцы. Что за убийцы? Они любят кричать. Они всегда так это делают. Сейчас забыл MP5 здесь. Ладно, нажимаем F5. Да не, я надо. Мне надо закупиться, если честно. Ну да, стой, надо закупить. Я себе закуплю какие-нибудь оружие. Надо закупиться, чтобы убивать потом Винмена. Надо себе закупить пулемет, чтобы убивать Даннера. А я убегаю от тебя, я боюсь. А у меня нет пулемета, и у меня не хватило денег на него. Блин, я забыл купить себе патроны. Я обосрусь. Давай. Что, хочешь, чтобы я обосрался? Да твою промазал, блин. Такая чувствительность маленькая, надо поменять ее. А это еще больше. Я, кстати, на мышке меняю чувствительность. Фигел, что ли? Мне нужно 1500 накопить, мне 204. А, где вы? Где я чё выдра? А, вон он там. Двоих сразу. Sorry. А вот ты шмаляешь, блин. По челику. Чик-чик-фаер. Прочекай свою стрельбу лучше. Так я пойду сейчас... А я... Ой, а дай тихо, идите в баню, я перейду, я лучше накоплю. Сколько стоит? 2500. Я, короче, коплю 2500. Нет, 1283. А почему паркур здесь нормально не работает? Ну, бег очень хорошо работает. Все, жми F5. Чего? Жми F5. Бег очень хорошо, кстати, здесь работает. Так надо... То... Бег хорошо работает. Блин, смотри, я себе забыл, что на 6-й волне тут вертолеты. Беги уже в дом. А то я в Call of Duty не играл. Это что, там вертушки летят? Да, тут вертушки. Вертушки! Птицы! В дом беги! Винмега. Да, беги. Я знаю, у меня есть это... Птицы, птицы, вот птицы. Я знаю, что это птицы. Вон, короче, там тает. Да подожди, сейчас все будет зашибить. Опа, отойди. Опа, вижу птицу. Ты меня сейчас. Ой, я могу здесь стрелять. А, нет. Ёб твою мать. Сори. Вы их убить. А, у меня... Откуда давай, у меня я справа, который... И, короче, я справа, ты слева. Я, которая справа, а ты, которая слева. Твоя левая, если что. Твоя левая. Давай. Это твоя, если что, вертушка. Ты там упал. Я буду твоим, как бы, помощником здесь. Давай, дашь ты. Я сейчас тут. Ладно, могу. Давай, все. Есть, я прибил. Я видел.
Так, надо уж тебе пулемет купить. Так, а я пошел один. А я пошел покупать. А, мне не хватает, надо еще 2000. Я ракетную установку Венмера попал. Угу, давай. На 10-ю волну покупай себе уж предатор, потому что там будет этот джиггернаут. Кого? У Юкап или самолет стрельбящий? Ракеты или стрельбу? Ракета или стрельбу? Давай лучше ракету предатор. Окей, ракета, все, вот я купил ракету. Только я запускаю на 10-й волне. А как их связать? Как их связать? На 4, но только на 10-й волне, пожалуйста, не сейчас. А это. Ага, это 7-я. Окей, на 10-й волне, когда джиггернаут вылезет из вертолета. Блин. Да у меня так хп мало. ВХ. Блин, а ВХ слетел. А, тут его нет. Одну шутку. Нет у меня никакого ВХ. Вы сами видите. Все. Я могу пулемет купить. Я тоже что-то куплю на свою бабу. Отлично, я купил себе пулемет, но мне нужен еще калимат на прицел, он мой любимый, кстати, мне очень удобно. И рукоятку. Лайт машин, серьезно, 7 косарей ты потратил? Конечно, пулемет же имба сейчас. Так, наверное, всегда будет имбой в выживании. Если знать какие-то более имбовые оружия, то пишите в комментариях. Конечно, Венмега наш китаец. Я не китаец. Ты китаец. Если я был бы китайцем, ты любишь пулеметы. Если бы я был бы китайцем, я бы давно уже коронавирусом бы болел. А я русский, у меня ракетная установка. Ты украинец. Не, я украинец, а я русский с ракетной установкой. А я русский. Аша, в России любят ракетные установки, поэтому я русский. Потому что у меня ракетная установка в игре, я русский. Типа. Я украинец, если что. Так я сказал же. Да, а всем, если кто-то не услышит. Где? Тут первый челика, я его не вижу. А, вот ты где. Всё, давай, 9 сейчас волна будет. Отлично сработано, команда. Да кто там шмальнул-то? Так, я покупаю себе ракету-предатор. Ракета-предатор готова к запуску. Так, СМИ-5. А кто будет ракетную установку на 10-й волне? Давай сначала ты, если тебе не получится, то я плюну. Отряд противника использует собак. Они приближаются к вашему. Скажешь мне, когда надо будет её использовать. Патрики, здрасте. Мистер Патрик. Спанч Боб, привет. Спанч Боб. Верно, надо найти Сквидварда. Где Сквидвард? Не видел случайно здесь Сквидварда? Ты про кого вообще? Ты не видел случайно здесь Сквидварда? Какой Сквидвард? А, я нашел Сквидварда, вот собака. Собака. А, да, ты про собаку, это собака так называешь? Да. Сквидвард это собака. Ёб твою мать. Сквидвард меня убил. Да я его убил. Это... Его... Ой, ё-моё, кто так ракетами? Кто ракетами управлять не умеет? Готовься! А, это говно. Так, я пойду немножко прокачаю свой пулеметик. Почекай. А мне нужно говно поменять. Где моё М5? Так, запас патронов, калиматный прицел, рукоятка. Все, мой пулемет официально готов.
Потом нужно будет купить себе эту. Дай пульнуть. Его нельзя выкинуть, это тебе не Fortnite, не CSGO. Дай Патрика пульнуть. Ты вообще тут все должен сам покупать, как бы. Так, когда уже так, дом? Так, новые Патрики из матча Бобы и Сквидварда. Дом, давай в дом. Надеюсь, Сквидварда на это. Давай ты первый, открывай предатор. Открывай предатор. Как только он высадится, пуляй. Открываю. Как только он высадится, сразу пуляй. А где он? Скажу, вот он, когда, я скажу, по какой, когда выпускать. Выпускай! Придурок! Давай я. У меня еще есть предатор. Я забыл, как им управлять. Сейчас куплю еще так, раз. Сейчас найду. Купить еще раз? Не надо, у меня есть. Чего? Я себя убил! Эй, помоги! Нет. А, не надо, у меня было оживление. Я себя зачем убил своим предатором? Мне покупать? Покупать или нет? Покупай. На 15-й волне, возможно, понадобится. У меня не работает дальше. Ракета Предатор готова к запуску. Я себя, блин, подорвал своим предатором. Ты предатель. Предатель. Это предатор, не предатель. Нет, ты предатель. Поэтому предаторы не любят предателей. Тебя предатор убил, потому что ты предатель. Потому что я ушел с Пиксельгана? Наверное. Так я его пытаюсь вернуться в этот сраный Пиксельган. Нет, скорее всего из-за чего-то другого. А, из-за того, что ты долго в Call of Duty не заходил. Ну, может быть, да, кстати. Ну, ты тоже не заходил. Я просто себя попал. Опять я предатор не заходил. Просто Джаггер был рядом с машиной, поэтому он меня и убил. Погоди, ща эта громадина будет приземляться? А когда еще будет громадина? На 15-й. А, окей, сохрани. Так, хочу пулемет купить. Надо, я накоплю себе 5000 и куплю себе Walk of Silk, чтобы я быстро перезаряжался. Кого купишь? Такой гаджет, ну, гаджет, короче, будем называть, Walk of Silk. Браво, старший, у нас же гаджеты. Ты будешь рукожоп на все руки? Нет, я буду просто быстро перезаряжаться. Значит, ты будешь рукожоп на все руки. Ты посмотришь, как это работает после этой волны. Отряд, силы к вашему, да, я понял, как она работает. Ты станешь рукожопом на все руки. Это же всем. А ты вообще будешь мне помогать? Мне как бы тут все зажимают. Мне хп мало, как бы. Оживления нет, брони нет. Мне бы патрон. А все на тебе. Ой, я бы тебе случайно попал. По своим нет. Стреляешь! Нет, ты по мне не попал. А то мне как бы сказали, по своим стреляешь. Если бы им не сказали, я бы и не попал. Ты ж маляй, собака. Поточнее, Патрик. Готово. Да твою ж мать, я свою световую гранату просрал. Так, смотри, я пошел покупать перк себе. Так. Ну, то есть гаджет. Ловкость рук. И подойди сюда. Подойди сюда. А, надо еще отправить ее. Отправить себе в руки. Нет, она будет вот так вот. Сейчас иди в вертолет. Ой. Да, вертолет. И мне кидай посылку. А можно я возьму? Я уже взял. Вот смотри, как это работает. А можешь мне, пожалуйста, заказать? Вот. А ты должен сам покупать. Не, я могу заказать, но у меня денег нет. Так, надо себе все гаджеты. Но я не знаю, вряд ли все получится. А, где, Вася? О, привет, Вася. Давай, побежали. Ты, ёб твою мать! Их там очень много. Вот посылится мы... Там Филс, да? Беги! Помоги! Если ты мне не поможешь, то все, мы стрём. Это тебе не Fortnite, кстати. Бежим! Вали. У нас оживления что нету. Тюп! Так откуда они появляются, кстати? Идеальная позиция. Откуда они появляются, у меня вопрос? Да что такое? Чел! Без меня ты не справишься. Косой. Да меня где-то не убивали. Не лучший результат, но вы это сделали.
Венера, спасы ебал. Мы встряли в 13-й волне. Мы оказались на этой карте как-то. Я ее запустил вообще-то. Ну, бля. Ладно. Мы же-то слили на резистанс каким-то образом, потому... Вот из-за тебя я слил, потому что если бы... People, other players. Это ты меня... Это из-за тебя я слил, потому что ты меня убил, когда я горел на огне. Нет. Я тебя не убивал, когда ты горел на огне. А кто меня убивал тогда? Сам себя ты убил. Нет, это ты меня ножом стрелял. Ё-моё, я там это... Бочку стрелял. Да я стрелял, о чем ты? Да ты опять за свои... Я проверил, работает ли оружие или нет. Проверку делать всегда надо. А как оно может не работать? У меня что, на русском? Тут все закриптовано. Я слышал, просто прикройте меня. Это у тебя, что ли? Ну, я не знаю. Почему у них у всех нет патронов? А где эти? Это я паркурист, ладно. Ё-мо, а где они? Ты? Так, это, у нас тут арсенал как бы доступен. Пойдём? А я коплю на миниган. Хочу на мини. Я буду на пулемет копить. Ты же знаешь, как я хорошо стреляю с миниганом. Ну, в Fortnite они здесь. Ну и что? И тут миниган, кстати, как бы, и тут минигана как бы нету, здесь пулеметы. Какая разница? Я только люблю... Из лука, я, короче, из лука я тоже хорошо, я из лука я во всех играх хорошо. Здесь так. Нет лука, дебил. Okay. А, блин. Так. Лукодрочер. Я люблю. Ёб твою мать! Не, вы не подумайте на настоящие луки, я имею в виду оружие лук. А при чём настоящий лук? Мало ли, люблю кушать так здесь. Мало ли, никто ж меня не знает. На. Ты маст умирать. Я так учить английский. Та. Ща он. Переходим в режим английского. Так, короче. Yes, motherfucker. You must die. What happens with you? Your hand is скрючить. XD, how I must speak. I must be comic. Давай. I must go to... I don't know how I must say this in English. Давай, погнали. I must go размещить комика. How you think, Винмега? I must go to размещить комика, or no? Ой, собаки, блин, со взрывчаткой, блин. Я к тебе задать вопрос. Какой? Собака, мазафака. Мазафака, мазафака. А почему я валить не могу? А. Точно, я же говорю там. How you think, Винмега? It's a social вопрос. I must go to размещить комика. Да не читай! Или нет? I must go to размещить комика или нет? Даня, читай давай. Это помогает. Говорю, I must идти на. I must go размещить. Это на английском комика. А? Это на английском? I must go to... А, да, это на английском, комика. Да. I must go to размещить комика. А вот это, что ты сказал сейчас, это не на английском вообще. Это, подожди сюда. Я должен идти на размещить комика или нет? Иди сюда, ко мне. Э?
Нет, ты меня пытался подорвать, я просто... Я побежал туда, я стрельнул в тебя. Ты стрельнул? Вот ты скотина. Кстати, это, тут есть нычка. Нет, это... Ну ладно. Тут есть нычка, кстати. Можно вот на эту... Тут может убить меня. Почти, блин! Сука! Патрик сейчас взорвётся! Патрик там взорвался или нет? Еще один Патрик! А сколько тут Патриков? Я слышу Патрика, но не вижу. Привет, Патрик. А это не Патрик. Это Патрик. Да, это Патрик. Блин, а я запутался. Я допрыгнул! Я допрыгнул! А я Сквидварда убил. Я залез. Сейчас Сквидвард взорвётся. Не боись, я залез в нычку. Куда ты там залез? Я тут бою. Я вертолёт. Или это самолёт. Да. Убил. Давай взглянем в нычку. Блин, немножко прорвать. Мне нравится с револьвера стрелять. Я очень хорошо с револьвера стреляю с этого. Это всего лишь четвертая волна, серьезно. Ну ты как где-то сложно. Ты где? Инега. Я здесь как бы вместо нычки. Офигел что ли? Я уже буду в нычке сидеть, пошёл ты от меня. Что, блин? Иди покупай предатор! Предатор, покупай! Тебе не здесь! Чё? Ёма! Чё? Нет! Да тут же Джаггернаут просто пришёл! Чё? Кто тут пришёл? Джаггернаут, блин, пришёл сюда! Смотрите, он пришёл! Он же на чё-то должен. Это другая сложность! Алин. Я забыл. Птичка! Твою ж дивизию, блин. Она же просто тут могут перегрохнуть. Уж и бы в нычке бы остался. А ты ж... Джаггернаут, блин, по мне стреляют. Я буду уж себе предатор купить. Ну ты серьезно? Хэп. Давай его, короче, просто оружием убьем, его может. У меня наушники просто случайно свалили. Ты кто такой? Это я, Ведьмега. Кто я? Где я? Ты заражаешь, короче, вошел за пулеметом. Я так не могу. Это Джаггер? Да! Джаггер, ты что? Я же тебе говорю, это Джаггернаут. Хелпани мне, плиз. Сейчас, подожди, сейчас я куплю себе пулемет. Пускай будет вот этот мой любимый. Климат прицел есть, все, я побежал. Ёб твою мать! А сколько я так уже так сказал? Пошли. Давай ты сражайся, давай. Не подходи к нему близко. Все. Это я его убил. Мне было плюс 1152. Видишь, я ему хэдшот поставил. Вам погнали в нычку. Так, ручные пулеметы. Рука. Так, ща, дайте купить оружие. И на рукоятку не хватает. Какое лучше, М6 или ПКП? ПКП. Давай уж ПКП, потому что я с него всегда играл. Мне от последней миссии пробовал, она вообще просто понравилась мне. Я купил ПКП. Нифига себе громадина. Вот это, которым я сейчас... Стой. Вот это?
А ты купишь окулеметный прицел? Будет прикольно смотреться. У меня 311 баксов, ничего не могу. А. Ничего не знаю. Моя хата она, крайне, она 750 стоит. Ай! Да, не зря меня прозвали мини-ганером. Я мини-ган даю, потому что я рукожоп. Все, у меня полностью готов. Ну... Да блин. Давай. Меня попали! Нужна помощь! Let's go! Ты меня поднимал, что ли? Я тебя поднимал, да. Бере, да, бере, да почему? Бере, почему ты давай? Тайм-аут, 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 у меня перезаряд. Ну как смогли, блин, как смогли? Давай заканчивай, серьезно, то мы уже так долго записываем. Давай. Всем спасибо за просмотр, с вами был Винмега и Данер. Это, к сожалению, последняя серия, потому что мы тут уже все прошли. Ну, хаоса, к сожалению, у Данера нету. Но у меня есть. Ну, короче, это последняя серия по Call of Duty MW3. С вами был Винмега и Данер. Всем удачи, всем пока.